Друзья мои, я вновь приветствую вас на нашем канале «Строю дом своими руками» или «Строю жизнь своими руками». Сегодня мы хотим воплотить нашу давнюю мечту в реальность. Мы сделаем парящую кровать. А для тех, кто не знает, парящая кровать – это кровать, не имеющая ножек. Ну, конечно, ножки у нее есть, но они в одном месте, и их не видно. То есть это мы тоже зашьем. Здесь еще автоматическая подсветка, которая включается вечером на движение, и, в общем, кровать дает такой эффект парения. Но при всем том, что на этой кровати мы уже 2 года, в общем, спим, у нее до сих пор нет спинки. Но и не только спинки. Вот здесь, по замыслу производителя, то есть меня, была идея сделать мягкую обивку. Из минусов скажу, что у нее нет прикроватных тумбочек, чтобы что-то туда складывать, хранить и так далее. Но, поверьте мне, это и не нужно. Для того, чтобы зарядить телефоны, часы или положить пульты для штор и нашего проектора, мне места вполне хватает. То есть не было такого желания что-то еще там спрятать. Прежде чем начать, еще отвечу на один главный комментарий, который задаете почти в каждом видосе про кровать. Зачем сделали ее из 10-го швеллера, если можно было сделать из профиля там 40 на 60 и поставить центральную опору? Именно в этом и была мысль, сделать кровать так, что она будет максимально парящая. Сейчас я иду изготавливать, в общем, всю деревянную часть. А Женя начинает шить обивку, потому что мы придумали изголовье интересном ключе сделать. Ну и начинаем ее обвязывать. Вы смотрите, я показываю. Как принято в наших роликах, включаю музычку и поехали. Друзья, еще подождите. В прошлом видео продемонстрировал свою новую спецовку, то есть рабочую одежду от компании Brodex. Так вот, написали, что немного большевато. Вы правы, парни. Брал не то, чтобы на вырост, а просто для того, чтобы не стесняло движение ни на стройке, ни в поездках в тайгу. Чем она меня реально восхитила, так это качеством пошива, настоящей работающей мембраной и количеством карманов. Решил взять себе также летнюю линейку спецодежды. Итак, вернемся к нашей спинке для кровати. В общем, делаю я ее из фанеры 14 мм. Все ограждающие конструкции этой спинки буду делать из ЛДСП. Так удобнее будет ее фиксировать потом. Еще был один вопрос по поводу того, что явно вы ее скоро сломаете. Ну, то есть, или вы на ней вообще спите аккуратно. Друзья, 2 года она уже существует. Я специально брал рулетку и замерял в основании высоту. И здесь, в корме, в ногах, высоту ни на миллиметр она не изменилась. То, что мы на ней там прыгаем, вот как показывают в фильмах, там прыгать по кровати, конечно, такого мы не делаем. Но сидеть на основании, спать, как бы вообще проблем никаких не возникает. Следующий шаг по отделке парящей кровати – это сборка спинки. Беру напиленные детали из ЛДСП и прикручиваю к фанере. По моему замыслу, спинка будет на 12 см отходить от стены. Женя же придумала, как это красиво оформить рисунком. Сейчас мы все покажем. Я, как всегда, захотел добавить технологичности изделию и предложил вмонтировать скрытые ниши, но меня не поддержали, поэтому конструкция будет максимально простой. Отмечаю места, где будут установлены петли для навески и прикручиваю закладные. Женя же тем временем колдует над кройкой и шитьем, изобретая декор. Будет что-то типа клавиш фортепиано, разделенных между собой изящной серебристой нитью. Далее каждые 25 сантиметров чертим линию на спинке, на фанере, и по ней сейчас будем стрелять ткань, настреливать. Кстати, забегая вперед, каким-то немыслимым путем грани, которые мы создали, получились реальными клавишами. При определенном взгляде на фартуке, словно клавиши, проявляется текстура. Причем, что интересно, когда смотришь, так сказать, в лоб, ткань однородна, а когда в 3/4, как будто цвет клавиш отличается. Ну, в общем, мне понравилась концепция. Аккуратно все подтягиваем по шаблону. Процитирую свою же любимую поговорку: ничего не бойтесь, и все всегда у вас получится. Осталось оформить верх и низ данного, так сказать, фартука, и можно монтировать на место.
Возможно, это и лишнее телодвижение, но очень хотелось посмотреть, как это будет в итоге. Теперь разбираем всю кровать до металла, откручиваем борт, чтобы обшить его также нашей тканью. Для этой работы использую мебельную скобу 8 мм. Ну а сам процесс натяжки ткани для вас уже, думаю, понятен. Теперь нужно оформить красиво прикроватные полки и начинаем собирать все воедино. Из остатка я сделаю еще для посудомойки. У меня там давно уже требует, Женя просит подготовить фасадик, пока временный фасадик. Поэтому сейчас быстро замеряем это дома, выходим и пилим. Все отлично, друзья, запилили фасад и запилили еще полочки прикроватных тумбочек. Сейчас зашлифуем еще, пройдем аккуратненько краешки, потому что циркулярка все-таки дело тонкое. О, да, давай. Друзья, я же вам не показывал, как обычно рубрика «Показываю свой инструмент». У меня, конечно, есть сетевая, но я решил приобрести аккумуляторную, потому что, как вы знаете, я перехожу на линейку теперь Greenworks. Мне очень понравилось оборудование. И я взял сейчас ленточную шлифовальную машинку. Никита, дай еще аккумулятор. Я там еще аккумулятор отдельно купил. Хоп. Тут же все элементарно. Вот эту отводим. Накидываем по движению шлифовалки. Это вот так. Все. Теперь защелкнул. И настройка эксцентрика. Вот и все. В комплекте с аппаратом еще идет вот такой вот мешочек. Ну, стандартно, как на всех системах. Его можно как просто одеть, можно также подключить к пылесосу. Очень удобно. Но я, как правило, на улице ими не пользуюсь. Мне их жалко марать. Все, зашлифовываем быстренько и идем фиксировать это все на место. Далее делаем несколько отверстий для фиксации через виниловый дюбель. Теперь осталось его заколотить в стену и ввинтить держатели спинки, в роли которого будет выступать саморез 4 на 80. У меня была такая мысль прикрутить дно кровати тоже на саморез со сверлом, но толщина швеллера не позволяет этого сделать. Там вообще-то 5 мм. Поэтому мы с сыном решили пойти другим путем. Мы просто приклеим фанеру через демпферный двухсторонний скотч к металлическому основанию. Отлично. Теперь возвращаем все доборы на место и приводим комнату в надлежащее состояние. Итак, друзья мои, мы с сыном, с дочей, с Женей закончили наконец-то эту работу. Мы сделали нашу кровать парящую и сделали ее в лучшем виде. То есть этот вопрос, этот гештальт у нас закрыт. Что вам могу сказать, братцы? Сейчас мы закроем шторки, и вы увидите, как паряшка работает. Она действительно по-настоящему прям парит. А для того, чтобы, друзья, вам передать все прям вот эти элементики, я рубану свет. Супер. Почему? Что, собственно говоря, я сам себя нахваливаю? Вы в комментариях, пожалуйста, напишите наши знаменитые 5 слов в поддержку канала, а также по теме, как вам наше изобретение. А теперь зовем маму. Женя, мы бы хотели тебе кое-что показать. Ты придешь к нам? Смотри, да. Как у нас получилось. Ты...
Ну, ты пока там прибиралась, мы с Элиной, с Никитой допинали уже эту оставшуюся часть. Ну, а теперь самое главное, тебе подарок на нашу годовщину свадьбы. Очередной красавчик. Это Greenworks. Мы уже им пропылесосили. Он пылесосит вообще бесшумно, ты даже этого не слышала. Смотри, сколько пыли собрали в комнате. И главное, тянет вообще мощно. У него три режима. Это в комплекте у него стоечка? Смотри, у него не только стоечка. Вот так берешь, прищелкиваешь. И вот так можно... Нет, все отдельно можно. Да, и вот так просто хранишь весь... А это запасная или она какая-то другая насадка? Это насадка, это дополнительная насадка. Вот это по линолеуму, видимо, потому что с силиконом. И вот такая есть. И еще у нее насадки есть для машины, для клавиатуры и так далее. А вот эта штука еще, смотри, ее подключаешь к сети, и здесь можно заряжать дополнительный аккумулятор и от нее что-то питать. Ну, я так понял. Может быть, я не прав. А, можно отдельно аккумулятор просто пристегивать. Да, вот, отстегиваем аккум. Тет, хоп. И можно второй запасной здесь хранить, заряжать на базе. Вот, просто вот так. Да. Ну, если ты хочешь, я заберу себе ее в котельную. Тогда я старый пылик заберу себе в котельную. Да. А, еще эту всю базу, эту всю систему забирай. Ее можно вместо вот этой подставки... По-моему, через этот фиксатор повешать просто на стену, повесить. Ой. Меня тут зрители все поправляют. Повесить. Да? Показывает. Смотри, да, нажимаешь. Я... Вот 68%. Это я или 89? Нет, 68. 68. Мы же пропылесосили уже в комнате. Конечно, он что-то на себя взял. Слушай, он прям... Видишь, на 6 минут на максимуме, 30 минут на минимуме и средний 12 минут. Ну, прикольный. Так, подожди, а я же теперь шторы-то могу уже открыть. Это то, о чем ты мечтала, Жень? А? Ну, он клевый вообще. И самое главное, что у меня аккумуляторов очень много. Ты же знаешь, я теперь на линейке Greenworks. У меня таких аккумов штук 6. У нас теперь... Слушай, так он его можно нажать и не... Да, да, не дарить, и все нажал, да? Пускаешь. Не надо держать пистолет все время. Ну, прикольная штука вообще. Надо теперь взять инструкцию, Жень, и почитать на самом деле, для чего какие насадки. Потому что тут их три, и они, скорее всего... Каждая работает по своим каким-то определенностям. Ух ты, ну такая прям тяжеленькая подставочка-то. Так, вот, короче, этот зарядник, его прокидываешь по задней корме трубы, вот здесь по трубе, вот тут, тут его втыкаешь, прокидываешь и внизу втыкаешь в, где ему заряжаться. А, ну чтобы провода не болтались, чтобы не висели. Да. Ну, да, клево. Так, братцы, ну все, затянул, конечно, я видос опять. Я очень рад был вас сегодня видеть. Мы все были рады вас сегодня видеть. Надеюсь, кому-то эта идея зашла. И кто еще сейчас только начал свою стройку, может с этой кроватью определиться. Вы видели, да, что я, она в полу. Вот эта часть повторена еще и под полом, под кварцвинилом. Вы-то видите сейчас только оболочку, а на самом деле там еще такая же кровать заделана в бетонке. Может быть, это, конечно, было глупо. Мне многие писали в предыдущих видосах, что столько металла было зря. Но, друзья, мы сделали, успели по хорошей цене, мы давно это сделали. Кровать нам вся вышла 1011. Сейчас, конечно, это уже 1030-40, наверное, за металл только отдашь. В 2020 году я посмотрел по истории, мы это сделали. То есть кровать 4 года уже эксплуатируется, и ни на миллиметр не прогнулась нигде. У нас на канале есть 3 видоса по этой теме. Смотрите там в плейлисте или просто в истории выпусков, и можете такую же собрать очень даже просто. Все, мы рады были вас видеть. До скорых встреч. Пока.